Могилевский аэроклуб ДСАФ имени Кулагина отметил 80-й день рождения. Вместо ожидаемых 3000 зрителей на аэродроме в Пашково собралось в 5 раз больше. На небесный праздник юбиляры пригласили лучших авиаторов из Белоруссии, России и Украины. Петля Нестерова, Кобра, Штопор, фигуры высшего пилотажа, которые зрители обычно видят в кино, совершались у них на глазах. Поэтому кто-то из горожан даже назвал праздник «Либурже» по-могилевски. Цветные пятницы близко к небу. Давайте просто посмотрим на эту красоту. Вы посмотрите, что он делает.